Всем привет! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня запекаем мясо для праздничного ужина. У меня внутреннее филе свинины. Также хорошо подходит шейный карбонад. Мясо нарезаю кусочками толщиной 1,5 см. Добавляю к мясу специи. Пару зубчиков чеснока, чайную ложку кориандра, чайную ложку хрена, соль по вкусу, черный молотый перец и 3 столовые ложки соевого соуса. Его можно заменить соком лимона. Перемешиваю мясо со специями и оставляю мариноваться на 10 минут. Пока мясо маринуется, приготовим для него начинку. Сегодня у меня лисички, которые я всегда заготавливаю на зиму. Предварительно отварив их, кладу в морозилку, а потом в любой момент можно пожарить. К грибам добавляю мелко порезанный репчатый лук и немного обжариваю. Лисички можно заменить на любые грибы, с шампиньонами и с белыми будет тоже очень вкусно. Грибочки остывают, а я порежу зелень и добавлю пару зубчиков чеснока. Орегано и мускатный орех – это прекрасное сочетание с грибами. Немного тертого сыра и пару ложек сметаны. Конечно, все перемешиваю, и начинка готова. В форму для запекания наливаю немного растительного масла, выкладываю кусочки мяса и сверху грибную начинку. Добавляю соль по вкусу, черный молотый перец и ставлю запекать в духовку на 25 минут при температуре 180 градусов. Друзья, вот и готово мясо с грибной начинкой. Сочное, вкусное и ароматное. Подписывайтесь на наш канал и не пропускайте новых рецептов. Прошу к столу и приятного вам аппетита!